Не раскусили. Во второй игре серии хоккей на Алтае оказался слабее саратовского «Кристалла». Хозяева были точнее в лотерее под названием «Послематчевые буллиты». Только после этого был выявлен победитель встречи. До этого команды смогли отличиться лишь по разу, да и то за несколько минут до финальной сирены барнаульцы, вовсе говоря профессиональным языком, спаслись буквально за 11 секунд до окончания матча. Победа в первом поединке и один балл за ничью в основное время во втором позволили Алтаю подняться на одну ступень выше с 6 на 5 в турнирной таблице. Правда, при этом у команды Андрея Соловьева на 2 игры больше, чем у ближайших их преследователей из Набережных Челнов. Сейчас Алтай возвращается домой, где будет готовиться ко встрече против хоккеистов из Чебоксар.